Александр Федоров стал новым начальником отдела МВД России по Краснокаменску и Краснокаменскому району. Об этом сообщается в телеграм-канале «Полиция Забайкалья». Предыдущий начальник отдела МВД России по Краснокаменску Виталий Сулименко оставил свой пост 24 мая за выход на пенсию. Нового начальника представил личному составу руководитель регионального ОМВД Вячеслав Еговцев. Между тем, Александр Федоров родился в Краснокаменске после окончания в 2002 году Читинской специальной средней школы милиции МВД России. Начал службу в Краснокаменском районе на должности оперуполномоченного уголовного розыска, прослужив в подразделении больше 10 лет. В 2013 году он возглавил госавтоинспекцию района. Позже, на протяжении 4 лет, он служил в должности начальника ОМВД России по Сретенскому району. С конца 2023 года был заместителем начальника УГИБДД ОМВД России по Забайкалью.